Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Республике Татарстан, в Набережных Челнах, на матче 16-го тура Мелбет первой лиги. Вполне себе капитанской игры, довольно давно уже уфимские болельщики. Главный тренер Арслан Халимбеков, его с дебютом. Старший тренер Николай Сафраниди. Вылетает снова здорово, вертикально вверх. Шамкин падает на газон и на точку указывает Игорь Панин. Пенальти! Удар! Ух, как спокойно! И какая неспокойная радость, разумеется. Александр Гаглоев 1-0. 37-я минута. Кроме Заурбека Плиеву. Тут же перехват. Бадрдинов слева. И гол! 2-0. Это второй удар по сопернику, который в нокдауне находится. Посмотрите, как Уфа двигалась в последние полторы минуты на своей половине поля. Сколько ошибок и... Там очень много народу. Прежде всего, среди футболистов КамАЗа. Обнимашки такие, достаточно конкретные. Мы увидели... Он берет это! Показывают, что эта команда не безразлична. Подача, удар, вот вам, пожалуйста, гол! 2-1! Роман Минаев, я потерял вас, прошу прощения. Спасибо, что нашлись. Пещенко, навес, затяжной, скидка, пас на Косинтура, кто-то пробьет, да, по центру, роняет мяч, Мамин, 2-2, 2-2! Ну все, сейчас скажут, перехвалил и так далее. 2-2, финальный свисток. Сил не останется ни у кого.